трагедия Брисбена. Имею в виду роман. Для вас, по ощущениям? Да, для меня это очень важный роман. Он содержит мои детские впечатления. Не все есть, так сказать, просто то, что я видел, но это не касалось меня. Но вот мне, знаете, я не тот, кто... Почему-то так сложилось. Я не пишу дневников, не пишу мемуаров особенно, но у меня есть какие-то собственные воспоминания. Мне захотелось написать о своем украинском детстве. Вот... описать учительницу первых классов, она на меня производила огромное впечатление. Я ее мысленно называл Иван Грозный. Она была действительно грозной. Вот, и она была украиноязычной, на русский она никогда не переходила. Вот. И она, я помню ее, она говорила так. А, там был такой, у меня тезка в классе, и мы с ним смеялись часто. Вот у нас была такая какая-то вот общая волна. Он показывал на кого-то, и вдруг... После того, как он показывал, ты понимал, что этот человек смешной. И мы смеялись, и все смеялись. И вот этот Женя показывал всегда, говорил, смотрите, какие у него уши, какие у него глаза, какие у него ботинки. И все начинали смеяться, но особенно я, который любил смеяться и продолжает это делать до сих пор по мере сил. Вот. И учителя пожаловались на этого Женю. И наша классная учительница, то есть это не классная руководительница, это была просто учительница первых, третьих классов, хорошая, я подчеркиваю, хорошая, но грозная. Она говорит, иди сюда. Он вышел, она его, не вставая со стула, подняла за шиворот и говорит, смейся. Вот. И он, у него безмолвные слезы потекли. Вот, она повторила, смейся. Он менее всего был склонен смеяться в этот момент, но это такое, почему-то у меня сильное впечатление. Вот этот Женя, который в этот момент напоминал просто, так сказать, какой-то кусок одежды, которые подвесили на крючок, и вот еще там несколько таких воспоминаний было. Вот. А что касается смеха, то смех очень много, от многого спасает, и вообще юмор спасает. Помните этот, я люблю этот анекдот старый, когда привозят человека в больницу, а у него между ребер нож. И подходит врач и говорит, что больно. Он говорит, нет, доктор, только когда смеюсь. Друзья, давайте зададим вопрос.